Всем доброго времени суток. Сегодня у нас видеообзор на вот такой кофе жокей традиционный. Степень обжарки средняя. 250 грамм здесь. Вакуумная упаковка. Он жесткий. И также он готовится 2 чайные ложки на чашечку 180 миллилитров. И вот разные варианты приготовления его. Вот. С 18 года до 2020 года. Покупала его в Ашане за 99 рублей. Вот. И сейчас мы вместе с вами его даже попробуем. Вот. Сейчас мы его откроем. И посмотрим, что там внутри. Вот так оно выглядит, с какими-то белыми штучками, не знаю, так правильно, наверное. Похоже, знаете, на какао или халву, что-то такое. Так, я возьму блюдце и хочу его сюда высыпать, чтобы более точно рассмотреть. Так, это мы пока уберем. Вот смотрите, здесь какие-то, да, белые, как их, даже не знаю, как их назвать, какие-то белые штучки. На кофе я делаю первый раз обзор, но до этого у меня было кофе другое, более дорогое, там не было такого, он был просто прям такой темный, ой, запах прям ароматный, более темный, видимо, потому что здесь... средняя степень обжарки, или даже что-то, средний помол. А у того кофе я уже не помню, какой был. Вот, ну, на это, наверное, стоит обращать внимание. Напишите в комментариях, пробовали ли вы это кофе, и как оно вам. Вот, и также мы сейчас с вами его заварим. Так, здесь у меня уже где-то одна ложка есть. Я ее сейчас высыплю. Так удобно. И сейчас мы все это зальем кипяточком. Опа. Ай-яй-яй-яй. Половина мимо. Так. И сейчас мы добавим вторую ложечку. С горкой. Ставлю его немножечко сбоку. Сейчас будем заливать с вами горячую воду. Ой, пахнет он просто изумительно. У меня прям сейчас у нас утро и 10:30, мне прям ужасно хочется попить кофе. Я никогда не была кофеманкой. Вот, но после ремонта соседей, когда они в 8 утра начинались сверлить, и не высыпаешься, вечно недосып, практически больше месяца, наверное, я уже начала пить кофе по утрам. Вот. Так, пойду за чайничком. Так, ну вот я пришла с чайником, у меня горячий раскаленный кипяток. Сейчас я буду заливать. Заливаем. Надеюсь, камера не запотеет. И накрываю я всегда вот так блюдцем. Сейчас. Вот у вас прям целое блюдце. Сейчас я его настою. Не знаю, минут на 5, наверное, я оставляю. И мы сейчас его с вами будем пить, пробовать. Ну вот у нас кофе настоялось. Прошло около как раз где-то 5 минут, даже немножечко побольше, оно уже немножко остыло, как я и люблю. Вот. Немножечко вот вам не видно, но такое оно интересное.
такой по цвету темно-желтенько, коньяк похоже. Вот. Дальше вы кладете, с чем вы пьете кофе, то есть сливки, сахар. Я пью без всего этого, я даже пью без сахара кофе. Вот, так оно меня больше бодрит, мне так вкуснее, скажем. Сейчас будем пробовать. Он не горький практически, чуточку прям горький. Такой тепленький он, я люблю теплый чай, кофе, все пью теплые. Такой, знаете, как какой-то спокойный, то есть он чуть-чуть совсем горький. Предыдущий кофе у меня был, он был очень горький, такой прям ух, такой явно горький, но я тем не менее пила. Здесь немножечко горький, такой он ароматный. Да, такой очень приятный он на вкус. Я еще боялась его покупать, думаю, всего 99 рублей, думаю, странно. Вот жалко, что я взяла один, надо было побольше взять. Вот, но я люблю погорче немножко. Видимо, то, что средний помол, степень обжарки тоже там где-то средняя. Как там она? А, светлая и очень темная. Ну, наверное, вот в прошлый раз у меня был очень темный. А здесь вот средний. Надо потемнее брать. Мне потемнее больше нравится. Поэтому, в принципе, сам вот кофе, он вам сейчас вот будет видно. Немножечко камеру, да вот я не могу убрать. Он такой, знаете, как на какао. На какао напоминает такой по цвету. Вот, ну, тем не менее, вы будете знать, что именно вот этот жокей фиолетовый, он вот такой вот. Есть еще зеленый. Вот, надо было зеленый купить. Ну, если будет по акции, я возьму по акции, потому что я все время стараюсь взять кофе по акции не дороже 100 рублей. Так даже интереснее, так мне больше нравится. Вот. Сегодня вот у нас было с вами кофе. А следующий обзор у нас с вами будет вот такие вот конфетки. Сейчас я их буду пить с кофе и делать на них обзорчик. Вот такие вот. Это будет следующий ролик, выйдет после кофе или как-то близко к этому кофе, там где-то рядышком. В любом случае я оставлю на него ссылочку в описании, и вы посмотрите. На сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, какой кофе вы пьете, пьете ли вы вообще кофе. И есть такие и люди, которые пьют без сахара кофе. Пожалуйста, тоже вот это вот мне напишите, почему вы пьете без сахара, почему вам так нравится. Может быть, это люди какие-то особенные. Вот, ну и все, пока-пока.